Если вам когда-либо приходилось на яхте или даже обычной лодке почувствовать бодрящий ветер, увидеть в открытом море, как восходит или как садится солнце, то вероятность того, что вы навсегда полюбили морские прогулки и парусный спорт, очень высока. Выход в море под парусом притягивает и завораживает моментально практически любого человека. Путешествие по морским просторам на борту яхты поистине является очень ярким и волнующим приключением в жизни каждого, которое запоминается навсегда. А для тех, кто в душе романтик, чье сердце замирает при мысли о бесконечном просторе морей, такой отдых может стать пьянящим глотком свободы и счастья, от которого уже невозможно будет отказаться. Выход в море на яхте – это ни с чем не сравнимое путешествие, в котором есть место экстремальной проверки собственных сил и морской романтики, и непередаваемому душевному и житейскому комфорту. Такая жизнь дает возможность увидеть то, что зачастую человек сухопутный увидеть не сможет. Вы сами себе хозяин. Планируйте маршруты и стройте планы, исходя из собственных желаний и возможностей. Города и острова, подводный мир и морская гладь – все вам доступно. Яхтинг в широком смысле этого слова – стиль жизни, связанный с морем и с яхтами. Это и выбор судна, и определение яхтенного направления, и досуг, который включает обычно в себя рыбалку, катание на водных лыжах, дайвинг и так далее. Морское путешествие на современной яхте вовсе не означает полного отрыва от благ и удобств цивилизации. Современные парусные яхты таковы, что незабываемый отдых на их борту обеспечивается в том числе и комфортными условиями проживания. Романтика от плавания под парусом в открытом море и бесстрашного нанесения карту собственной жизни новых, открытых лично земель и островов не иссякнет, если в дополнение к обязательным навигационным приборам, гарантирующим вашу безопасность пути, у вас есть еще возможность пользоваться удобной каютой, с большой кроватью, шкафами и полками. Электроэнергией, холодильником, пресной водой, горячим душем и санузлом. Работать будет удобно за штурманским столом. А для того, чтобы посидеть всей компанией, есть кают-компания. Уютная гостиная и столовая одновременно. Для завтраков и романтичных ужинов на свежем воздухе великолепно подойдет так называемый кокпит на палубе, оборудованный диванчиками и складным столом. Носовая часть яхты – не что иное, как личный пляж. Более крупные яхты, как правило, оснащены дополнительными удобствами в виде кондиционеров и прочей техники. Так что на современной яхте расположиться можно так же комфортабельно, как и в отеле. Но при этом ваш отель обладает великолепной мобильностью. Благодаря запасам топлива яхта может свободно плавать много дней, даже при отсутствии ветра. Кроме того, на яхту можно загрузить такие запасы воды, что вам не придется беспокоиться об их пополнении все путешествие. Яхта продлевает в день расстояние в 100-200 километров. Но при этом можно позаботиться о том, чтобы исключить длительные переходы дольше 4-6 часов в день. Каждый день вы сможете любоваться чудесными видами, стоять на якоре в живописной бухте или знакомиться с новыми городами, купаться, загорать и плыть на перегонки с дельфинами. Путешествие на яхте – это не только свободное плавание, но и свобода стоянок. Всегда можно пришвартоваться возле приглянувшегося вам необитаемого острова или деревушки для того, чтобы прогуляться по развалинам древней крепости, поваляться на белоснежном пляже или окунуться в светскую жизнь нужного вам городка.
А можно пришвартоваться прямо у скалы и тут же устроить рыбалку, чтобы наловить себе на обед. Города и острова, тихие гавани и шумные набережные, величественные горы и лазурное море, старинные замки и храмы, хождение под парусами, великолепная рыбалка, подводный мир и неописуемые по красоте закаты, единение с окружающим миром и невероятная свобода и возможность посмотреть все красоты нашей планеты. Все это может подарить только отдых на яхте. Конечно, яхтинг — это не только тропические острова, загорелые, полуобнаженные, красивые девушки и приятный комфорт. Это иногда и тяжелая работа, испытания и лишения. Но для многих это отличная возможность проверить себя. В общем, мир яхтинга богат на оттенки. Яхтинных направлений много. Каждая из них характерна определенными нюансами, типа климатических особенностей, достопримечательностей, маршрутов следования, количества марин и так далее. Но у каждого, конечно, причины ухода в море свои. Для кого-то это реализация детской мечты, превратившейся в поход за новыми впечатлениями, в сочетании с желанием проверить свои силы. Кто-то яхтингом зарабатывает себе на жизнь, и в этом тоже нет ничего плохого. Уход от бытовых проблем тоже, наверное, существует, но это скорее попытка уйти от стереотипов, от мира, придуманного маркетологами ради неуемного потребительства. Ведь подавляющее большинство людей большую часть жизни работают ради каких-то вещей, может и повышающих статус и самолюбие владельца, но совсем не обязательных для нормального существования. И я бы добавил еще одну важную, как мне кажется, причину, почему многие стремятся уйти в море. Там настоящие люди, настоящая дружба, подлинное чувство локтя. Это абсолютно иной мир. Здесь все люди равны, просто потому, что все они, что называется, пришли с моря. В парусном сообществе человека ценят не за размеры лодки, а за то, как он к ней относится, как он ей управляет, какой у него опыт. Вообще, среди всех, кто имеет отношение к парусу, существует некая вселенская солидарность парусного братства. Без сомнения, парус и вода объединяют самых разных людей в гигантское сообщество. А неписанный кодекс поведения в маринах и на яхтах один для всех. Главный принцип этого кодекса – взаимная поддержка. Любому попавшему в беду обязательно оказывается помощь. Когда у вас падает грот, то вся марина, независимо от того, кто вы есть, бежит вам помогать, потому что так принято. Конечно, как в любом деле, в путешествиях на яхте есть свои плюсы и есть минусы. Многое зависит от самой лодки, ее ушатанности, так сказать, и набора оборудования. Кстати, большинство людей живет отнюдь не на самых новых, крутых и дорогих яхтах. И первое, к чему надо привыкнуть, это крен и качка. Как жить, когда твой мир накренен на 30 градусов? Как спать, когда тебя швыряет из стороны в сторону? Даже когда вы не в переходе, не в океане, а на якорной стоянке, вас все равно покачивает. Это же вода. Выходишь на землю, покачиваешься по привычке. Говорят, что после перехода через океан вы перестаете обращать на это внимание. Так что если хотите жить на яхте, тренируйте вестибулярный аппарат. Хотя бы на каруселях. Путешествие на яхте – это не что иное, как ремонт яхты в красивых местах. Не без этого, но ремонт ведь требуется не каждый день. И все зависит от самой лодки и местонахождения. Где-то нужно поднимать лодку из воды, что недешево, а где-то можно на отливе осушиться и сделать все, что нужно. Ну и чем больше оборудования для комфортной жизни, тем больше расходы. Выше энергопотребление, дороже обслуживание, дефицитные запчасти. Так что многим, возможно, лучше ставить только самое необходимое оборудование. Основные затраты – это топливо, особенно если имеется большое энергопотребление, продукты питания, расходные материалы, которые, кстати, в некоторых местах очень трудно достать. Женщина на борту – это философский вопрос.
С ними зачастую проще, чем с большинством мужчин. Женщины более ответственные и собранные. Они готовы делать свою работу без вопросов, зачем и почему. Изначально относишься к ним как к слабому полу. Но зачастую они психологически сильнее многих мужчин. Конечно, многое зависит от того, насколько женщине интересно все происходящее. Если же ее затащили на борт, без особого ее желания, то она может стать причиной того, что мечты о море так и останутся мечтами. Жить на яхте дешевле, чем на берегу. Хотя бы уже потому, что это сразу и дом, и транспортное средство. Соответственно, можно самому выбирать места, где комфортнее и дешевле жить. Всегда можно в любой момент сменить вид из окна. Можно стоять в маринах, можно на якоре, можно на мурингах, что совсем недорого. Яхта – это свобода. И более того, она вполне доступна. Стоит лишь захотеть. Было время, когда яхта считалась недостижимой мечтой. В Европе парус всегда считался уделом аристократов и миллионеров. В середине прошлого века состоятельная публика начала осваивать путешествия на моторных яхтах. А в СССР в те же годы процветал парусный спорт. Но сказать, что яхты были массовым увлечением, нельзя. Хотя в последние годы число тех, кто всерьез увлекся яхтингом, значительно выросло. В 70-е годы произошла революция. Если прежде корпуса парусных яхт изготавливались из дерева, то теперь их стали делать из пластика. Затем концерны «Бавария», «Бенето», «Джено», «Дюфор», «Сазерли» поставили производство яхт на конвейер. Благодаря новым технологиям яхты становятся относительно недорогими и благодаря новым материалам практически вечными. Люди стали пересаживаться на парусники. И в результате сегодня парусный спорт в Европе стал вполне доступным увлечением среднего класса. Россия идет по тому же пути. Сначала было засилье моторов. Завороженные большими мощностями все накупили моторных яхт. Но постепенно психология меняется. Люди начинают приобретать парусные яхты и становятся фанатами этого вида отдыха. По сравнению с моторной яхтой, парус – это принципиально иное ощущение жизни. Во-первых, разница в скорости. Моторный катер, по сути, тот же автомобиль, только на воде, а яхта ходит медленнее. Вы встаете, выходите на палубу, и у вас есть возможность оглядеться вокруг. На паруснике достаточно повернуть штурвал на 180 градусов, чтобы преодолеть путь от экстрима до блаженства. Любую яхту можно поставить в гоночный бейдвинг. Это самый быстрый курс под углом против ветра. И получить 20 узлов, ветер в лицо, волну и соленые брызги. И при этом буквально за мгновение можно поставить яхту в полный бакштаг. Это самый медленный курс по ветру. И тогда все принципиально изменится. Будет жара и не будет ветра. Когда яхта не ходит в море, она стоит в марине. Платной стоянки в закрытой акватории с душевыми, туалетами, магазинами, кафе и ресторанами. К каждому месту стоянки подведена пресная вода, а также электричество для зарядки аккумуляторов. Во многих маринах есть сервисные и ремонтные службы. В самых крупных маринах открывают даже детские сады и школы. В отличие от яхт-клубов, представляющих собой закрытые сообщества владельцев яхт, куда посторонние попадают только по приглашению членов клуба, в марину может зайти каждый, кто хочет поставить туда лодку или взять яхту в чартер. Есть люди, которые просто живут на своих яхтах, прибираясь из марины в марину, путешествуя по всему миру. Яхтинг совсем не означает изоляцию. Люди в переходах между океанами или островами всего 10% времени. Все остальное время вы или стоите на якоре, в живописной лагуне или в марине, общаетесь, проводите время с новыми знакомыми, такими же, как вы, яхтсменами, на пляже, или совершаете совместные экскурсии по острову, или сидите в местном баре за бутылкой пива.
Статистика говорит, что все больше людей в мире становятся владельцами яхт, и россияне также приобщаются к этому делу. Тут, впрочем, следует понимать, что жизнь на лодке не для всех. Американский яхтсмен и дизайнер Том Макнафтон с женой и дочкой прожили на небольшой яхте «Чарис» 17 лет. «Когда живешь на лодке, приходится часто ограничивать свои потребности и желания», рассказывает Том. И возникает вопрос тогда, зачем все это? И вот как он на это отвечает. «Жить на лодке стоит, чтобы почувствовать природу и свое место в ней». Ну а доводы вашего покорного слуги куда проще. Если вам это в удовольствие, то непременно стоит попробовать. Для начала хотя бы на чужих яхтах, друзей, знакомых, чартер и так далее. Если вы планируете купить яхту, то не лишне будет пройти несколько теоретических курсов и научиться управлять яхтой, и получить права. В России права на управление яхтой выдает ГИМС, что означает Государственная инспекция по маломерным судам. Но действуют эти права только на территории России. За рубежом же надо получать права международного образца. В таких странах, как Англия и США, права выдают коммерческие компании, школы, которые лицензируются соответственно береговой охраной Великобритании и США. Подобных школ, признанных во всем мире, всего две. В Англии это Royal Yachting Association, RYA, и в Штатах это International Yacht Masters Training, IYT. Курс обучения делится на несколько этапов. Первый – введение в яхтинг, по завершении которого человек получает международный паспорт яхтсмена. И первую степень – Competent Crew, что означает квалифицированный член экипажа или команды. Следующая степень – это шкипер прибрежного плавания, Coastland Skipper, по терминологии IYT – Bareboat Captain, или скипер, капитан без экипажа. И такой диплом дает вам право брать яхту в аренду. Для решительного человека любые преграды на пути к мечте – это не преграды, а испытания характера. Но другие люди заниматься яхтингом и не станут. Что касается вашего покорного слуги, он уже давно отравлен этим образом жизни, хотя на данный момент своей собственной лодки у него нет. Появится ли она в будущем, неизвестно, время покажет. Но одно он знает точно. Жизнь в городе, ежедневная мышиная возня ему порядком поднадоели. На этом все. Всем удачи. Пока.